Украина! Криво все, посмотри. Ну, сейчас нормально. Слушай, Кристина, очень важно встретить Новый год в правильном наряде. Таш, я согласна. Потому что если наряд неправильный, то и весь год будет какой-то неправильный. Поэтому нужно что-то эффектное. Например, борода. Даш, ты совсем дурочка. Ты что, хочешь, чтобы мы с Дедом Морозом были в одном и том же? Блин, я как-то не подумала. Нет, думай в следующий раз. Даш, может, в платье 18 века? С кастетом? Кристина, может быть, с корсетом? Ну, можно и с тем, и с другим. У меня просто дядя в Ялте на набережной работает. Если что, может одолжить. Кастет? Платье. О, прикольно. Будешь как английская королева на Новый год. С бриллиантами? Нет. Маленькая и старенькая. Даш, у меня будет такое платье, просто капец. Короче, вот тут вот вырез, вот тут вот две выточки будут. Здесь, наверное, складочка, рукав, наверное, фонариком сделаю. Очень много камней будет и, наверное, еще перья. Ярко-терракотовая, вот такой насыщенный свет. А я, короче, в спортивных штанах буду отмечать Новый год. Все равно за столом сидеть, там обычно не видно. Кристин! Что? А ты знаешь, что одна девочка пришла на корпоратив в костюме снежинки, а ушла в костюме лужи? Да ладно. Один мальчик пришел на корпоратив в костюме Папы Римского и смог уйти только тогда, когда канонизировал главного бухгалтера. Слушай, Кристина, я так решила. Если мы не можем с тобой купить себе наряд, мы должны его с тобой себе пошить. Машинка у нас с тобой уже есть. Давай, короче, неси нитки, ножницы и паяльник. Даш, ты совсем уже? Зачем нам нитки? Слышишь, Кристина, а ты читала сказку «Голый король»? Нет, а что? Ничего, костюм тебе придумываю. Что? Да на тебе даже костюм слона по швам разошелся. А на тебе как раз хорошо сидел, даже хобот. А на тебя Версачи посмотрел и придумал белорусский трикотаж. А если бы это был год змей, Кристина, то тебе бы и костюм не нужно было искать. А тебе вообще в костюме беляша Новый год только встречать. Почему это? Потому что ты жирная, Даша. Сама ты жирная. Ничего я не жирная. Ничего я не жирная, поняла? Ты не умеешь шить и не берись. Это я сама себе костюм пошью на Новый год. Уходи. Так ты вообще, ты меня уже иди, пожалуйста, не мешай. Ой. Мне шить. Нормальное платьечко тебе сшила. Буду мной. Алло, хорош, девчата, витаем Украину. Все починается на величезну букву У. Умови уникальні, народ універсальний. Немає сил ховати нам від вас таку красу. Оу-я, оу-я-у, це все є.